Знаю, но вот этот говорит, что у него важное дело к клану. Понятно. Скажи, чужеземец, какое у тебя может быть к нам дело? Ты же видишь, у нас и собственных хлопот хватает. Сперва ответь на мой вопрос. Если я сочту твой ответ приемлемым, твое любопытство будет удовлетворено. С этого и надо было начинать. Масерана Смитра, можешь вернуться на свой пост. Мановинин, хранитель. Теперь позволь представиться. Я Затриан, хранитель и вождь этого клана, сберегающий знания наших предков. А ты кто? Вежливый Шемлин? Любопытно. Что тебе здесь понадобилось? Хочешь сообщить нам, что приближается мор? Я давно уже учуял, что творится на юге. Приход мора для меня не новость. Не застрянь мы здесь, я уже давно отвел бы свой клан на север. Да, видно, что вам сейчас туго приходится. Сами-то справитесь? Значит, далийцы при виде опасности первым делом от нее удирают. Забавно. Я так понимаю, ты ссылаешься на договор, который мы подписали много веков назад. Увы, я пока не знаю, сумеем ли мы сдержать свое обещание. Мне придется кое-что объяснить. Ступай за мной.